я буду играть в Майнкрафт, и вы будете смотреть. Если кто-то играет в Майнкрафт, с вас лайк. Вот мы ожидаем подключения. Еще у меня к вам вопросик. А вот ты вот сейчас смотришь, и я думаю, подписан ты или не подписан на канал. А мне кажется, что нет, у меня очень мало подписчиков. Но почти что в 2 раза больше просмотров. Я, может, у меня всего 2-3 подписчика, но это не меняет то, что нельзя подписываться ни в коем случае. Так, давайте начинать играть. Так что, если ты не подписан, то обязательно подпишись на мой канал. Мне понравится. И вы, наверное, спросите, почему я так долго не выпускала новые серии про кукол и вообще про что-то. Потому что я просто не знала, что. В общем, у меня тут разные миры есть. Я хочу сегодня поиграть в какой-то мир. Но, к сожалению, чуть не работает звук, так что придется без музыки. Ну, думаю, она мне нужна. Давайте посмотрим, что мы сегодня будем играть. Есть мир пиратов Карибского моря, египетской мифологии, новогодние приключения, мир греческой мифологии. Давайте в греческую зайдем. Думаю, там будет интересно. Так, загружаем. Ок-ок. Сейчас мы пойдем. Жалко, конечно, что без музыки, конечно. Очень жалко. Потому что, к сожалению, похоже, что музыку мама убавила, походу. Так. Слышите, музыка появилась? Пока загружается, пробую еще раз наладить музыку. На корабле. Сейчас я сделаю отверчик. Ты здравствуй, мир мифологии. В общем, я тут уже играла. Тут очень прикольно. О, смотрите, тут сено появилось, тут его не было. Так, это у нас дерево. Нет, дерево я не хочу такое брать. Так, тут какие-то... Нет, не люки. Идем. Сундук, сундук. Обязательно надо его взять. Потому что будет ночь, и понадобится... Так, тут у нас лодки, лодки, лодки. Так, ну что, поднимаемся наверх в город. Я решила, что... О, видите вот эту башню? Вон тут, где у меня квадратик. Туда мы сегодня пойдем. Я сегодня хочу подняться, посмотреть город. Вот такой вот красивенький городок. Вот, свинка. Точнее, корова. Идем. Ой, вот давайте зайдем вот в этот дом. Я тут почему-то никогда сюда не поднималась. Такой вот переулочки, просто обычные дома. Даже дверей не, прикиньте. Какие-то свитки, в общем, темные, мрачные каморки. Решил пойти тут посмотреть. В общем, тут ничего интересного почти нет. Так что давайте пойдем все-таки к той башне, которую мы хотели. Вот такой у них. Все, ничего интересного. Ух ты, смотрите, какой большой. Что ли дом, то ли, не знаю, что, храм какой-то, наверное. Я чуть не прыгнула, хотела прыгнуть, а тут огонь. Давайте аккуратненько. Нужно упасть. Давайте, блин, аккуратненько спустимся. Так, вот тут какие-то большие колонны. Смотрите, это же лабиринт. Вау, давайте его скорее будем проходить. Сейчас я найду, как выйти из этого создания, здания. Блин, я не знаю, как оно называется. Так, ладно, посмотрим, что у нас будет. Ну, тут, как сказать, обрыв. Хорошо, значит, пошли обратно, как захотели, а пойдем и все как-нибудь. О, смотри, горилла какая-то сидит. Или человек, что-то похожее на это. Так, мы смотрели немножко. Давайте аккуратненько тут пройдем. И будем спускаться, наверное, тут как-нибудь прыгать и все. Ой, мы хотели на ту башню дойти. Ой, лошадка. Так, идем дальше. Тут какой-то, смотрите, у нас вообще какая-то странная штука. Вода какая-то. Похоже на эту, как я там. Я не помню, ребят, вообще.
О, смотрите, я, кажется, правильно пошла, тут лестница есть. Чего? А, ну просто тут тоже есть лестница, оказывается. Мне кажется, мне надо вниз, потому что вход там есть, скорее всего. Водопад. Точно, вот по водопаду уже можно подниматься. Вот, смотрите, ребят. Ой, ой, в общем, не получилось, ладно. О, получилось, ребят. Ай! Блин, походу тут не подняться. Печально, печально. Давайте все-таки тогда попробуем. Нет, по воде там некуда подниматься. Давайте тогда пошлем искать свой вход в этот крутой лабиринтик. Ой, где я пришла? Откуда я пришла? Алло, ребята, откуда я пришла? О, отсюда точно. Если вы уже сказали, то этого. Вот откуда? Вы ответили мне, то большое вам спасибо. Так, опять я нашла этот музей какой-то. Опять я тут ходила, помните, да? Ай-яй-яй, зачем я прыгаю-то, ай. Так, в общем, тут какая-то странная штука происходит. Ну, я решила, что я просто прокопаюсь, все. Ну, буду просто рыть, забор что-то продрою под ним. И все, в принципе, земля мне понадобится, потому что с неё даже дом можно будет состроить. Мне скажете, какой дом из земли? Вот ты что, сумасшедший, что ли? Кстати, я еще хочу вам сказать, что я скоро поеду кое-куда. Мой новый видео, то есть я намекаю на то, думаю, вы уже поняли, что вы на меня подписались. Так, у нас тут осталась небольшая штука, просто пророю, все, немножко примерно 2 кубика. Угу. Ага. Угу. Так, все, надо еще сверху прибрать. Так, великолепно. Вот, смотрите, все, я зашла, кажется, в этот лабиринт через верх. Так, я понимаю, отсюда можно начать и дойти до куда-то. Вот эта башня, походу, которую я хотела. Похоже, по крайней мере. Так, значит, у нас тут как-то надо спуститься. Мне кажется, если я пойду про этой ограде, я, мне кажется, ой, это же лианы. Нам не пригодятся, наверное, так. Ой, я упала, оказывается, тут было очень много. Так, блин, теперь я уже не помню, в какую сторону мне идти. Самое страшное в лабиринте ночью, это ужас какой-то. Я была однажды, вот это был ужас. Я просто на каждом повороте зомби, крибель. О, мой блок сверху, помните, наверное, когда копала. Так, наверное, вот поэтому надо идти. Блин, тут развилка. Так, будем помечать, где я была. Кубиками земли, на мне немного. Что поэтому? О, смотрите, там супик есть. Ой, блин, из какой стороны тогда вход, алё, ребят? Так нечестно, я вообще сюда за этим шла. Так, тут, походу, входа на эту башню нет. Зря шла. Тогда давайте вот к выходу пойдем. Вот, какая-то штука, ладно. Меня это не интересует, я хочу быстро дойти к выходу. Но, походу, я упала, так что ладно. Попробуем пройти этот квест. Так, кубик земли. А, ну, в принципе, можно еще раз попробовать. Придется, наверное, прыгать тоже где-то. Я не очень люблю, потому что я сюда падаю. Уа-а-а! Ой, ну тут уже, конечно, не как в той игре, в которой я только что прошла на телефоне. В общем, мы, наверное, с вами, ребят, сегодня только начнем версию про Майнкрафт. Потому что сегодня я, наверное, сделаю всего помалу, так что не судите строго, я говорила, я давно не играла в Майнкрафт. А еще, ну, думаю, вам давно понравятся хоть какие-нибудь фишечки в том, что я придумала. Так что обязательно подпишись на меня. Мне будет очень приятно, и думаю, тебе тоже. Я помню, тогда ты сюда доходила до того быка, там ничего интересного, так что потом просто не выберешься вредно. Вот в чем смысл. Мне кажется, так, где выход? Помните, я тут смотрела, где выход был? Так, вот я в этом храме была, помните? Блин, а где выход? Я теперь вообще не знаю, куда идти. Блин. Смотрите, там видите какая-то яма? Не, на высоту какая-то. Может, там можно спуститься? Ой, смотрите, там можно спуститься. Только там я умерла, возрождаемся. Вы хотя помните, что там было вообще?
я вот наконец на корабле вью, я решила, что я не пойду больше в то место, так что я буду просматривать. Кстати, надо взять сундук, который был на палубе, и давайте поплывем вот на этот остров. Там тоже очень прикольно. Сундука там нет. Блин, круто. Ладно, придется вплавь добираться, хотя это опасно. Кораблики, сейчас посмотрим. Что-нибудь есть вообще? По-моему, тут даже корабля не штурвала. Как это называется? Помню. В общем, тут опасно в море плавать. Но мы с вами поплывем вот. Сейчас на тот остров быстренько сплаваю сама и все. К сожалению, без звука, да. Давайте быстренько. Вау, красивенько. Какой-то блок. А! Видите? Уходим. Быстро уходим. Тут ёж морской. Видите, это же ёж? А, нет, это солнце. Все равно бежим. Я видела утопающего этого чела, который может убить. Так что это ужас. Страшно. Так что давайте скорее добираться. Так, у меня, к сожалению, даже кирпичиков земли так и не осталось. Так что бежим на берег. Просто я увидела там какого-то зомби и так спалась, что решила, что не буду рисковать. Солнце скоро сядет. Так, давайте тогда быстренько найдем место и переночуем. Потому что ночь будет длинная, я так думаю. Он уже факелы начинают зажигаться, вовремя я увидела, так бежим. Поэтому уже зомби начинают появляться. Так, я хочу какой-нибудь дом маленький. И вот только не здесь, потому что там куча зомби вот этого всего. Нет, вот это разные. У них нет дверей, вы что, издеваетесь? О, это какая-то башня. Нет, думаю, это зорная. Так, все, уходим отсюда быстро, ребятки. О, смотрите, нашла дверь. Значит, там есть нормальное что-то. Так, не понял. Вы видите? Там прорыв, там что-то интересное. Как это солнце калывает. Смотрите, солнышко заходит. Так, я нашла прорыв. Нет кровати, вот в чем прикол. Кровати тут нет, но это единственный дом. Мне кажется, мне уже стремно выходить, потому что темно на улице довольно-таки. Мне тут нечего делать, так что давайте я пойду. Что торчать-то? Торчать я могу всегда. А вот как-то контент снять не всегда получится. Так что я всегда играю с комментариями, мне это привычно почему-то. Я не знаю, почему я странный человек. Так, все, ой, что-то мне петличка выскочила. В лес, мне кажется, уже очень поздно идти, так что давайте завтра, может, пойдем. Пока найдем себе крутую избушку. Так, там, блин, чем больше домов нет, что ли, а? Закончились? Нет, там слишком далеко, так что я, наверное, все-таки переночую вот там, в своей избушке, вот в этой. Тут даже выход какой-то есть, то ли странный. Это, ладно, давайте здесь переночуем. Мамочка, это была курица или что-то вроде этого. Блин, скучно сидеть, ну, умирать тоже, понимаете, не хочется. Кто-то бегает, мне страшно. Я не боюсь зомби, не боюсь скелетов, ну, вот в Майнкрафте. Но боюсь криперов тоже не боюсь, потому что они, ну, не очень много хп отнимают. Так, боюсь стрельцов, они вообще походят. Они могут тебя стрелять, и это будет неприкольно, потому что это сразу минус в жизни тебе будет. Так, ладно, все, пошлите, я передумала, мы пойдем. Это ж интереснее, когда на экстриме играешь, так что пойдемте в лес. Я вообще стрёмно, я ничего не вижу. Какая-то корова ходит, блин. Коровка, ты мой защитник. Мама, вы видите? Это обрыв, это просто какой-то капец. Я чуть не упала кто-то туда. Я с коровкой, так мне не страшно. Блин, не вижу эту листву, вот тут, там, где её невозможно просто пройти. Давайте поднимем, блин, что-то. Ну, куда я вообще убрела? А, корова, извини меня, конечно, пойдем. Сено я, конечно, тебе не взяла с корабля. Так, ну, давайте там другую какую-нибудь сторону берем, больно скучно. Нет, ничего нет. Это что такое? А, какие-то кубики, господи, я думала, это какие-то яйца куриные. Блин, тут что-то так скучно, ребят, это вообще... Древнегреческий мир какой-то супер-пупер скучный. Кстати, тут не коровы, если вы заметили. Блин, вообще стрёмно, скучно ночью. Мне кажется, на корабле тоже небезопасно. Так что...
хорошо, давайте просто пойдемте. О, наверное, другие мосты есть. Давайте помните, пройдемся в красивый мостик. Ой. Что-то есть. Это что, клетки, что ли? Это торговцы? Или ведьмы? Да, я, смотрите, я забрела на рынок. Все, ой, какая девочка красивая. Это торговцы. Чем торгуешь? Ой, ты чем торгуешь? Ой, ерунда какая, нет. Я такой не мой, у меня вон так мало. Так, все, значит, все отлично, потому что я нашла рынок, а на рынке всегда светло. И если какой-то зомби приходит, то эти крестьяне-то помогают. Остановка есть. Ай, нас их нет. Их нет, да. Прикольно, прикольно. Так. Ой, это, кстати, тут остров, на который я хотела попасть. Блин, жалко, что ночью нельзя пропустить в творческом режиме, да, на телефоне. Ну, будем дальше, туда еще какой-то мостик. А, это стоп, я же эту сторону иду. Там ничего нет. Ну, что-то я пока ни одного зомби не встретила. Ну, как, кроме того раза, когда меня... Ой. О, нет, это крипер! Бежим, это крипер! Это крипер, вот видите, зеленое существо, это крипер. Бежим, так, бежим к крестьянинам. Все, крестьянина, защитите меня, там крипер. Видите, это крипер, это крипер, это крипер, это крипер, это крипер. А-а-а. Офигеть, вы видели? Вы это видели? Он просто взорвался. Так, я соберу все кусочки. Вы видели сразу крестьянина, все вот вышли, вот этот вот челик вышел, и вот это, что у них взорвало, эту штуку-то их. Блин, слушайте, блин, кто там? Я вас не трогала, ты чё, боксёр? А, мама! Вот это стрелец, про которого я вам говорила, вон он, видите? Вот он ходит. Блин, он целится только в меня, чё ты фигня вообще? Ну-ка, а, я, блин, я упала в яму, теперь мне точно мог пристрелить. Так, все, носимся, носимся. Так, чувак, хватит, дай меня бить, а. Хватит вообще меня бить, чувак. Мы с тобой друзья, давай. Блин, я не боюсь его. Он сейчас убьет. Он меня грохнет, у меня одна жизнь осталась. Ну, блин, все, я умерла. И почему мне крестьянины не помогли? Это что за фигня вообще? В общем, мне понравился этот рынок, там прикольно. Так, давай пойдем туда. Я не знаю, где он теперь уже. Все равно будем искать. Любую ночь. В Майнкрафте вообще стрёмно ночью. Я не знаю, что делать ночью, кроме как бояться. Ночь уже, наверное, в самом разгаре идет. Так что сейчас будет куча зомби, скелетов, гриперов. Я, кстати, никогда не видела, когда грипер появляется вживую. Ну, я теперь поняла, то если грипер взорвется, тут же появится скелет. Ой, блин, видели? Видите, видите этот скелет? С этим луком. Надо его как-то обойти, потому что я хочу дойти до рынка, а через него мне не пройти. Так что давайте через дверь проберемся как-нибудь аккуратненько. Блин, он меня заметил. Вали, 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 вали. Нет, мне так стрёмно, мне так стрёмно. Это пипец какой. Давайте быстренько просто. Просто ради контента. Вали, он меня замедляет. Бежим, 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 бежим. Ребят, блин, тут еще один стрелец. Вы что, издеваетесь, что ли? Это крестьянин. Ух, ты напугал меня, конечно, брат, вообще. Так, девица, привет, слушайте. Ищите, как пожалуйста. Погоди, ко мне, слушай, барнатова, пусти, а. Хотя нет, у тебя маленькая колонка. Блин, мне стрёмно. Чувак, дай проход. Типа с тобой толоркую, я такая неприметная, наверное. Давайте на себя посмотрим, как я выгляжу. А, ну да, неприметный. Конечно, я такой голубой кофточки. Хеллоу, всем хеллоу. Кто не подписан, что быстро подписались. Вы слышите меня? Поняли? Молодцы, тогда подписывайтесь. Так, ой, ой. В общем, вы, наверное, скажете, что за фигня, тут вообще ничего интересного. Да, но для меня это пипец как странно. Я тоже, мне кажется, это вообще фигня, какой я снимаю. Ну, блин, тут темно, и сейчас куда-то идти в определенное место, ну, не очень хочется. Вон луна, думаю, просто,
я тут посижу и все. Сиживайте время для них. Вы видели? Вы видели? Солнце встает. Ура! Утро, утро. Кстати, помните это место, где я взорвалась, когда меня стрелец убивал? Ну, давайте возьмем пару хп. Так, все расцветает, ребят. Мы победили, мы выжили эту ночь и умерли один раз. Всего. Кстати, мне жалко вот этого торговца, который тут торговал, и у него я случайно все взорвала из-за того, что решила поиграть с грипером. Грипера я никогда, он, оказывается, ко мне подошел на расстоянии небольшом, таком неадекватном. И взял и взорвался. Вообще. Все, голубое небо, рассветы. Так. Это волк. Ай! Блин, грипер взорвался. У меня, в смысле, у меня 2 хп, вы что, совсем? Блин, у меня 2 хп, все, у меня опять сейчас меня убьют. Ой, я уже вижу зомби. Или это кто-то другой, кто-то... А, это же красный демон! Это редкость его видеть, это вообще мне повезло даже, наверное. Я не знаю, что тут за комарка такая, но стрёмно. Давайте из неё залезем, чтобы мне этот демон не достал. Просто валим, валим, валим. Так, мы поделились в какой-то храм. Давайте наблюдать за этим демоном. Ой, тут овцы бешеные, ладно. Блин, а где он? 5 секунд назад полустеть, потому что вы видели тоже вместе со мной. Блин, ничего себе. Надеюсь, он за мной не поднялся? Нет, этого нет. Ну все, у меня капут. Я опять совершила ошибки. Этих ошибок у меня всегда миллионы просто, ребят. Может, тут теперь сундук появился? Не, ну вы же согласны, что теперь я сделала всего тупую ошибку. О, сено! Я же могу приручить какого-нибудь волка. Точно, я его накормлю сеном и... Он не должен убить. Вот, блин, я никогда не понимала, как плавают эти корабли. Ну, блин, они же должны, в принципе, плавать. Это же корабли. Что они плавают тут? Понимаете, мне всегда было интересно. А тут всегда что? Ой, не, спасибо, сено я возьму. Мне понравится. А вот тут это покопать было бы интересно. Что? Да ничего нет, это просто блоки. Прикол. Так, давайте мы заберем сено, чтобы приручить их можно было. Просто собираем сено. Я там когда плавала куда-то, вот в ту сторону, по-моему. Или не в ту, нет, я плавала в ту сторону, то я там нашла какой-то такой остров, вы видите? Но поскольку тут нет лодок и плавать довольно-таки опасно, давайте все-таки мы поплывем. Давайте до того острова доплывем и оттуда продолжим путь. Так. Пока все тихо. Опять кто-то идет, видите? Это, походу, опять истопитель. Так. Пробегаем. Какая красота. Походу... О, лошадка! Давайте продолжим лошадь и на нее сядем как-нибудь. Я просто тут не умею вообще летать даже в творческом. Я не умею. Вот. Будет интересно, когда приручишь лошадь. А где она? Пятик у нас тут было. Ладно. Если вы смотрели один такой ролик, там, где зомби ради друга упился, вот. О, смотрите, какая осьминожка плавает. Ну, тут какая... О, сено. Нужно сено. По идее, все забираем. Так, пока кусочки сложу, все, что нет. В общем, давайте сделаем недельный члег. О, это что, сундуки, что ли? Нет, это какая-то ерунда, ладно. В общем, сейчас я найду ночлег, на этом все. Потом я придумаю, что мне поснимать еще. И включу. А следующий ролик у меня точно будет. Он у меня точно, я вам обещаю, будет. Потому что я его... О, будет, смотрите, там какой-то городок. Поплыли туда, быстренько.
безум, 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 безум. Какая-то пещера, не люблю пещеры, там вечно зомби. Я же девочка. О, кстати, вы, наверное, не знали. Хотя по голосу в куколах не было понятно, что я девочка. Смотрите, такое ощущение, что тут уже 100 лет никто не живет. Ну, хотя растения есть. Кстати, куштика не хочу, но давайте соберем туда урожай. Ну, сколько пшеницы, кстати, пшеница кому-то тоже едет. Мне тоже пришучить. Нам даже лучше, что если тут никто не живет. Ну, хотя нет, если тут нет. Ребят, зырьте, 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 тут люди. Ой, они походу разговаривают. Любезничают. Прикольный домик, прикольный. Подумайте. Вау, какая красота. Так, вот лестница, понятно. И ничего больше интересного нету. Да, там ничего нет, кроме лестницы. Так, давайте выберем себе дом. Крутецкий дом. Мне понравилось, вот это прикольная каморка такая. Только тут купить не кровать. Походу в Риме вообще кровати нет. А давайте вот этот дом тут займем. Тут, по-моему, даже никого нет вот в этих домах двух. Это вот два наших дома или один. Давайте вот этот займем первый. Да, плотчики не лучшие. Ну, и, в принципе, тут больше нравится. Более посерединке. Это кровать тут будет закрыто, чтобы себя не буду. Так, и давайте ставим какие-нибудь флакелы. Флакелы, флакелы. Ну, точно, я же в деревне. Ой, кофе, сколько этой урожайной штуки. Там морковка, вы видите? Это морковка, ребята, это морковь. Так, собираем, собираем, собираем. Все, это, в общем, я собираю весь тогда урожай. Так, вот. Лук, я так уже собрал, я как будто просто целюсь, но как будто сам. Вот такой вот. И сразу семена дают, как бы, и поесть можно будет. Что-нибудь с колоду тушу, сено поедим. Так, все, мне больше интересно, что с морковкой. О, морковка, это реально еда. Так что это хорошо, что я нашла тут. О, факел. Отлично, что мне факел убрать, сейчас морковку срубим. Готово. В одном кусте поставить, еще три морковки сразу. Так, тут кактус, боюсь, так что. Давайте отойдем отсюда и возьмем факел. Ура, у меня есть первый факел. Ну, мне кажется, что вот я сейчас думаю, сижу, думаю, сейчас закончу, наверное. А понравится ли вам? Мне кажется, скучно было. Ну, учтите, что я выбрала такой мир, потому что мне самой было реально страшно, я прикольно поиграла. В общем, ребят, если вам понравилось, то обязательно жмите лайк, колокольчик, там, подписочка, все как надо. И я обязательно подумаю, что сделать. Ну, я вам думаю, что обещаю, я буду снимать 24-го, выложу, я не знаю когда, потому что я там в путешествии. Так что выложу, я не знаю когда, потому что, вот честно, ребят, я приеду и, наверное, посмотрю, отсортирую все, что было в отпуске, и потом выложу. Так что, ребят, еще раз говорю тебе, подпишись на меня, авокадик. Я такое пережил, давай подпишись. Будем друзьями. Давай, я ждать буду. Подписывайся. Так, ну вот и в принципе, друзья, мы с вами прощаемся. Думаю, что вам понравился этот видос, хоть было не очень интересненько, но это было, да, не так уж и много, но мне как-то вам понравилось, так что подписывайся, жми колокольчик и лайк с тебя за этот видос. В общем, ребят, вот такая вот у меня хатка. Начнем ужин, а потом в другом месте. В общем, всем до новых встреч, всем пока. С вами был канал Авокадик.